В Тверской области снижена процентная ставка по займам для предпринимателей. Владельцы малого и среднего бизнеса могут получить кредит под 3% годовых. Наша съемочная группа побывала на одном из предприятий Твери, где уже воспользовались нововведением. Яркие, с различными рисунками, на этом производстве изготавливают скатерти из клеенки. В помещении кипит работа швеи, пришивает окантовку для будущей скатерти. В этой работе главная точность и скорость выполнения. За день опытная швея может сделать около 250 изделий. В зависимости от ассортимента, вот это, что мы шьем, это 180, минимальное 200 мы должны сделать. Если мы сделаем больше, то это будет лучше. На предприятии производят помимо скатерти различные виды клеенчатых изделий. Большие рулоны поступают на производство. И сначала их нужно выровнять и раскатать. Для этого применяется настилочный комплекс. Я работаю оператором настилочного комплекса. Он является компьютеризированной машиной. На нем работать несложно, но везде надо быть внимательным, так как надо следить за кроем, чтобы он был всегда ровный, и как бы следить за качеством. Товары предприятия можно встретить во всех сетевых магазинах Твери. Также осуществляются поставки на рынки других городов РФ и СНГ. Компания участвует в ежегодных выставках-ярмарках, изучая покупательский спрос, постоянно обновляя ассортимент и улучшая качество продукции. А для того, чтобы расширять свое производство, компания обратилась в фонд содействия предпринимательству, чтобы получить кредит по сниженной процентной ставке. Мы берем займы под низкую процентную ставку. Закупаем новое оборудование, сырье и материалы. Новый продукт фонда, займ под 3% ставку, нас очень заинтересовал. Мы надеемся, что при сотрудничестве с фондом мы будем развиваться в дальнейшем и процветать. Губернатор Тверской области Игорь Рудени принял решение о снижении ставки с 6% до 3% по займам фонда содействия предпринимательству, которые предоставляются малому и среднему бизнесу Тверской области, ведущему безубыточную деятельность в сфере предпринимательства более 3 лет. Для предпринимателей, осуществляющих деятельность более 3 лет, займы предоставляются под ставку 3% годовых. Данное условие распространяется на следующие виды деятельности: производство, туристическая деятельность, молодежное и женское предпринимательство, научно-исследовательская деятельность, спорт, экология, а также для предпринимателей в возрасте старше 45 лет. Предприниматель обращается на стойку регистрации, и его уже консультанты, администраторы распределяют по тем формам поддержки, которые ему интересны и которые были бы ему полезны в развитии своего дела. Также в текущем году в Тверской области принят закон, который устанавливает пониженные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона.